Слушай, гитара, ёпта. Слушай ты. Слышь, музон рубит? Нихуя не слушаю. Да, разъебан. Что можете, сука, сказать? Нихуя не могу. Покричать могу. Короче, заебись. Скажите пару слов об этом. Ну да, я пришел на... Я пришел, конечно, на концерт, поторчать, оторваться. Дай, блядь, сюда. Я вижу микрофон. Это мой микрофон. А наша большая жизнь, я хочу сказать, жизнь говно. Вот концерт Аматри — это единственный нормальный такая ситуация, которая возникла в нашей жизни. Вот что я хочу сказать. Спасибо, это был клиент. Я хочу сказать, что Ягуар и Аматри — лучшее совмещение нашей уёбочной жизни. Я в счастье, что я еду на Аматри, я вижу Денвера, Денвердушка. А микрофон, пожалуйста, микрофон. Денвердушка, а ёжика я люблю, всё. Ура! Нормальный концерт? Не, ну вы его ждали долго. Очень, по-любому, очень. Пожалуйста, интервью по поводу концерта сегодняшнего в Калуге «Аматори». Оторвемся на полную вообще, блядь. Слэм устроим, нахуй. Самое главное. Мясо просто. Микрофон, вообще. Пожалуйста, микрофон, да. Все мясо устроим. Битлз просто. Ганжи Форева. Чуваки, концерта. Нахрен, ёпты! Нахрен, блядь, скажи пару слов, а уже не концерт. А матери пару слов сказать? Я его держу. Как? Знаешь, говорят, уже бесплатно. Нормально, настроение позитивное. Сегодня прольется чья-то кровь. Чья, не знаю. Ну и наша тоже. Какие вы песни ожидаете сегодня услышать на концерте? Да мне все равно, какие. Они все хорошие. Ну а самые любимые? Ремикс на «Черно-белые дни». А, блядь, ну все, песенька. По поводу концерта. Охуенный концерт будет, да. Охуенный, но что мы знаем.
Давайте друг другу поаплодируем. Это было великолепно. Ну что, друзья, сыграть вам песню нашего последнего альбома. Сыграть? Какую песню вам сыграть? Громче! Ого, у нас нет такой песни. Хорошо, тогда мы сыграем мою любимую песню. We'll be right back.
вы сделали в центре зала большой круг. Силы-то еще есть? Thank you.
Следующая песня с нашего последнего альбома, которая называется «Моя правда».